Юнусбек Евкуров провел встречу, на которой обсудили тему развития бокса в регионе. Руководитель субъекта считает, что этот вид спорта второй по популярности в мире после футбола и поэтому требует особого подхода. Продолжение темы генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сказал, что цель их визита – наладить взаимодействие с республикой в дальнейшем развитии бокса. Глава региона заверил собеседника в том, что он может рассчитывать на помощь с его стороны. Евкуров поручил министру по физической культуре и спорту Дауду Алхазурову разработать план дальнейших действий, в том числе подготовить предложение по развитию клубов и проведению соревнований на базе республиканского зала бокса. И сейчас еще олимпийский бокс, мы больше не говорим любительский, теперь у нас олимпийский бокс и профессиональный, это одна федерация стала теперь. Вот, занимается потом, так как профессиональный бокс, он начинается от олимпийского бокса. Вот и сейчас задача ездим по регионам, обсуждаем совместное взаимодействие, где, чтобы поднять бокс уже на другой уровень. Потому что он, если взять по всему миру, на сегодняшний день он уступает только то, когда футбол, чемпионат мира или Европа по популярности. Семинары и ездить по регионам тоже. Mm-hmm. Вот. Нам хотелось бы, чтобы личная ваша поддержка, именно касаясь по боксу, чтобы с федерацией здесь чуть поменять ситуацию по поводу популяризации и самого развития бокса. Какая задача, установка должна быть тренером. Для этого надо помочь. Ну, у меня должна быть жесткая установка. Какому-то эпизоду они должны выйти в какую-то весовую категорию. А то у нас получается, что мы там маломальского даже чемпиона России даже близко нет. Мы же там в этом плане, я говорю, мы провалили любительский бокс. Это здесь уже смотрите, составьте план, как мы видим, уже согласуйте там совместно. Там. И по, как мы тогда совмещаем тех же боксеров, если кто-то желает там профессионалов выступать, может, как он получать лицензию в олимпийском виде, да? Да, они лицензию получать должны, промоутеры, боксеры, аттестацию проходить. Как мы развиваем непосредственно, давайте там, есть сегодняшние топовые бойцы какие-то у нас есть, боксеры, как мы им тогда индивидуальную тренировку ставим, начиная от СКФО, чтобы они выходили там уже на другой уровень уже, вот таких там, пусть это будет по три человека там в каждой весовой категории, но чтобы ими отдельно, индивидуально занялись тогда. И следующий вопрос, как мы клубы развиваем. У нас вот по линии М1 есть хорошая практика, дорога в М1. И здесь тоже там посмотрите, чтобы как минимум 4 там промежуточные соревнования республиканские мы проводили, по боксу тоже, это надо делать. Это должна делать сама федерация. Это даже там вы, как Министерство спорта, почетным гостям приглашены. Это федерация делает. На базе любого клуба 4 соревнования. Если эти бойцы будут хотя бы 4 соревнования в год проходить, а вы там приглашаете соседних регионов всегда. Почему нет? Вот у вас и получится хорошая там практика.